Низкий вам за это поклон, потому что... А я расскажу. Кому интересно, расскажу. Знаете, всякое бывает. Катаемся, катаемся с концертами. Вот так вот напряжешься, напряжешься на концертах. Как теща говорит сразу, закокетничал весь. Так вот кокетничаешь весь концерт. Мне однажды подарили вот такой пакетик. Я его с удовольствием взял, привез в гостиницу. А в гостиницу после вот этих, особенно садковских концертов, когда напряжешься, знаете, так пить хочется. Очень пить хочется. Ну, я приехал в гостиницу, захожу в номер, там до этого пакета все я там... Смотрел, что внутри, смотрю, на столе водичка стоит, и ведь главное написано «Агуша детская, не подумаешь ничего плохого». Я ее с разбегу и давай. А там 40 градусов. С тех пор я и улыбаюсь. Да, спасибо большое.